Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас классная посылка из интернет-магазина Юмикс, а также впереди у нас с вами розыгрыш. Итак, поехали! Юмикс – это очень классный, девчонки, интернет-магазин, прям советую от души. Во-первых, там есть все. Это про ивановский трикотаж. И, наверное, это самый бюджетный ивановский трикотаж, который я встречала на просторах интернета. Мы с вами обозревали много интернет-магазинов, да, трикотажа, и их вообще сейчас существует великое множество. Меня поразили цены именно здесь, потому что, ну, реально очень дешево. Это во-вторых. Во-вторых, там, в-третьих, там есть все для дома, там есть хостовары. А сейчас вы сами убедитесь, потому что у меня такая разносторонняя посылка и очень интересная. И там для дома, для ванны, для кухни, шторы, я это все молчу, иванский трикотаж, который великое множество, просто огромнейший ассортимент и очень дешево. Итак, открываем посылку, поехали. Первое, что покажу, это набор ковриков, девчонки, для ванны. Вы все знают прекрасно вот такие наборы, да, это под туалет, и это большой вот такой вот коврик возле ванны. Мне кажется, очень мягкий. Сейчас все распакуем, посмотрим. Девчонки, 336 рублей. У нас есть безумно дешевый хозяйственный магазин. Там тоже есть такие коврики, но там нет таких цен. Это очень дешево для таких ковриков. Я такие цены не видела давно. Так, размер. Сейчас мы с вами посмотрим. Это Доляна фирма. Две штуки. Состав лист ПВХ поролон. Так, это Сималенд. Кстати, кто знает этот сайт, это Сималенд. Это оттуда. Так, и размеры именно этого коврика, девчонки, не найду. Сейчас в накладной посмотрю. Так, галька называются они, две штуки, 45 на 50 и 50 на 80. Огромные. Прям мне за всю ванну, прям я буду кайфовать и радоваться жизни теперь с этими ковриками. Пока у меня ремонта в ванной нет, сейчас пошуршу, открою. Вот, девчонки, как они выглядят. Ой, они между собой тут еще скреплены. Между собойчик. Вот такие галька, да, этот коврик у нас с вами возле унитаза, очень мягкий, здесь все прорезинено, то есть скользить они не должны, да? Они плотные, не так себе, да, вот достаточно плотно, он еле гнется даже, вот он большой, очень красивый, обычные стандартные как бы коврики, все пошито хорошо, все хорошо обработано, но безумно дешево, я таких цен не встречала. Классно. И вот здесь у нас как бы с вами такая мягкая часть, да, будь здоров, сладки, белая и серая, а вот это черное, оно, ну, как бы под мягкой частью, оно не волосистое. Ну, в общем, приятная очень текстура. Трогать классно. Мне кажется, ножками наступать будет тоже классно. Цена сказка. Поехали дальше. Дальше у нас с вами набор для бани. Девчонки, называется «Морская звезда». 4 предмета. 379 рублей. Я взяла в подарок сестре, потому что она у меня ходит в баню на постоянной основе. Так, сидушка, шапка, рукавицы, полотенце. Это вафельное полотно. Мы сейчас с вами откроем, посмотрим. Вот так выглядит упаковочка, да, вот такая красивая расцветка. И что здесь у нас внутри? Сейчас мы все с вами посмотрим. Набор для бани. Это Iftex 37 у нас с вами, да. Вот такая вот шапочка прелестная. Наверное, вот так лучше, да? Вот такая. Так, дальше. Это у нас с вами сидушечка для парилки. Да, хорошо пошита, такая вот с двух сторон она, да, вот такая вот сидушечка, все как бы хорошо, вафельное полотно получается двойное у нас здесь на сидушке. Так, дальше у нас с вами прихватка, ну, это если мы добавляем пару, грубо говоря, да, кто ходит в баню, тот знает, тоже вафельное полотно, вот такая красивая. И полотенчик, в который можно обернуться, девчонки, он у нас на липучке, да, он у нас на липучке, резинка. И вот тут липучка у нас с вами так чпоньк и залепилась. Сейчас примерю, скажу вам по длине. У меня ребенок смотрит и не поймет, что мать в шляпе, да? Ой, вообще на очень большой охват, но прям запас есть. А длина почти до колена, девчонки. Почти до колена и запас большой и очень удобно. Чпок. И чпок, и все, и красота. Слушайте, набор потрясающий. Я бы себе вот такой вот чпок взяла бы из душа выходить отдельненько, да? Надо присмотреть. Здоровский набор. Следующее, что покажу, это у нас с вами занавеска. Я взяла на кухню новую занавесочку. А, высота 2,60, ширина 1,60 м, 940 рублей. Да, сейчас мы с вами посмотрим. Вот так выглядит.
Это занавеска, там абсолютно разные цены, абсолютно разные занавески. Вообще разгуляйся, так скажем. Так, состав. 100% полиэстер. Открываем. Смотрим на занавесочку. Здесь у нас картоном все переложено, как положено. Так. Вот такая вот беленькая с узором. Сейчас я найду, где здесь конец. Вот такая. То есть она у нас получается в длину, да, 2,60, а в ширину, сколько тогда мне вам сказала, я уже забыла. То есть в ширину, наоборот, 2,60, она длинная. Здесь лента для крючков, вот такая вот, да. Я именно такие люблю шторы, вот именно с такой системой крепления. Все хорошо пошито. Здесь, наверное, оверлок обработан край, потому что даже не пойму, не вижу шов. Очень хорошо. Так, и она у нас такая, знаете, внизу, по бокам длиннее. Я вам попробую сделать вставку с сайта. Если нет, по ссылочке перейдете, посмотрите, как она выглядит, должна на окне. Сейчас я вам подниму, покажу. Потом во влогах обязательно вам ее на окне покажу, потому что надо сначала простернуть, да, немножко отпарить. Видите, по бокам длиннее. Спереди такая волна у нас с вами будет. Вот такая вот, да? А дальше опять сейчас пойдет длиннее и длиннее. Беленькая, узор красивый, здорово, супер, все вообще замечательно, нареканий никаких, я очень довольна. Дальше, девчонки, тоже интересная вещь. Я взяла спа-коврик для ванной, морское дно, называется 312 рублей, тоже бюджетнее, чем я видела везде. Да? Так, размер, я вам сказала, 36 на 67, да? А взяла для Крестюшки, потому что она у нас уже человек большой, самостоятельный, она у нас уже ходит, и особенно в ванной не любит просто так без движения мыться на горке или еще там на чем-то, поэтому взяла коврик, чтобы постелить его, чтобы она там не скользила, да? Вот, и чтобы садилась, да, и с Ксюшей они уже вдвоем сегодня вот будут пробовать как раз, засядут в ванну и будут на этом коврике, да, купаться. Так, сейчас мы с вами открепим вот эту вот этикеточку. Материал ПВХ. Вот марка, кому интересно. Вот такой он овальный, красивый. Здесь у нас с вами как аквариум рыбки, да, получается. Очень яркий, я думаю, ей понравится. А на другой стороне у нас с вами присоски. И их много, да, видите, их много. То есть присосется к ванной хорошо. Будут сидеть сегодня купаться. Опробуем. Классный, красивый, мне прям понравился. И размер такой, то, что надо. У меня, девчонки, футболка мужская, я заказала ее мужу на 14 февраля. Пока его нет, как раз мы с вами сейчас распакуем. А военный номер 19, на ней написано спецназ, он у меня в спецназе служил, 364 рубля всего лишь. И это у нас с вами, как называется правильно, орнамент, не орнамент? На 9. Чего на 9? Февраля. Почему на 9? На 14 февраля, на День влюбленных. Ну, такой прикольчик, грубо говоря, да? Сейчас покажу вам, как называется. Там тьма таких футболок. С какой хочешь надписью, с каким хочешь рисунком. Я себе тоже заказала. Сейчас покажу. Я думала, что это на коже. Там есть специальный раздел. Сейчас я вам скажу, как он правильно называется. Одежда с принтами. В разделе «Продукция Юмикс», да, в самом верху каталога, одежда с принтами. Там не только футболки, там различные одежды есть с принтами, и детская в том числе. И можно даже собрать family look, очень классный. Да? Поэтому вообще, а цены... Вот так выглядит футболка, она белая, спецназ ГРУ. У меня там служил муж, поэтому я ему выбрала такую. Надеюсь, он заценит. Не знаю, будет он в ней на улицу ходить или нет, но мне кажется, классно. Баракатекс, вот так называется, смотрите, марка. Тут этикеточка сзади, это Узбекистан на 100% хлопок. Блин, вообще здорово, на самом деле, что такие тематические вещи есть, и что они стоят так бюджетно, можно порадовать себя. Горловина классно сделана, и вот такой вот рисуночек, да? Ну, надеюсь, оценит. Я ему хотела что-то про рыбалку, потому что мы с ним любим рыбалку. Там, ну, там все, что угодно есть, все, что вашей душе угодно. Впереди праздники. 14 февраля, 23 февраля, 8 марта. Вы по-любому найдете там что-то крутое, что-то классное. Я вам обещаю. И за 300 рублей, девчонки, это не цена. 56 размер, она свободненькая, как бы просторненькая. Все отлично, все замечательно. Да, беленькая такая классная. Поехали дальше. Ну, не обошлось, конечно, девчонки, без мимилинишных товаров. Для Крестюшки, да, у меня тут целый арсенал. Сейчас все по порядку с вами будем смотреть. Так, шапка двойная, звезды Фуксия, 153 рубля. Вот такая прелесть. Но мне кажется, это Ксюшки, Крестюшки великовато. Потому что я как-то с размерами в шапках не могу у нее определиться до сих пор что-то никак. Какие ей нужны, потому что вроде все есть, пока ни одну пока я ей не покупала, или покупала какие-то. В общем, в основном все от Ксюши, вот такая.
Но, в принципе, ну, не знаю, нет, она тянется, конечно, еще. Это, мне кажется, вот Ксюше. Это Ксюше будет хорошо, такую шапочку. Потому что она достаточно большая. С помпончиком такая вот обычная. Да, она действительно двойная. Здесь два слоя. Вот они, да? Два слоя. Подворот отворачивается. Мне кажется, мне будет даже хорошо в такой шапке по размеру. Ну, правда, девчонки. А как стильненько-то. Слушайте. Себе шапку взяла. Точно? Единственное, что вот помпон не нужен мне тут, да, но его можно убрать. Ну ладно, я посмотрю, как Ксюша, но не Крестюшке точно, мне или Ксюше шапка. Слушай, ну крутяк, супер вообще. Шапочка очень даже. Я в тот раз мужскую у мужа отобрала, да, сейчас у ребенка отберу. Мне очень классно вот помпон убрать. И вообще стильненько, правда? Огонь. Следующий продукт, это у нас с вами боди Интерлок Бейли, малиновый, на рост 74 сейчас взяла носить, 345 рублей. Вот так выглядит. И Бэби марка. Мне кажется, я такую еще не брала, посмотрим. Бодик под шапку. Вот как выглядит производитель, да? Вот такой вот бодичек по дому гонять сейчас. У нас дома тепло, поэтому мы в таких вещах гоняем. Очень прелестно, девчонки, смотрите, как здорово. Классно, совушка. Лаконично и симпатично. Здесь две клепочки и между ножек, наверное, тоже две. Сейчас откроем их с вами. Оп, оп. Достаточно тугие, оно выполнено очень хорошо, аккуратненько. Смотрится красиво. Ну вот растягиваете, ну ничего, как бы растягиваю, нормально все. Такой вот симпатичный бодик. Дальше две пары носков, одни Крестюшки, одни Ксюшки. Так, носки Незнайка детские, которые Ксюшки, 166 рублей. Здесь у нас с вами сколько? Три или две пары? Две, по-моему, девчонки. Три пары. Три пары, 166 рублей. Прекрасная цена. Так, и малышковые, вот эти сейчас распечатаю, все покажу. Малышковые носочки. Где вы, дорогие? Так, няшечка. Носки няшечка. Детские в ассортименте. Размер 10-12, кому интересно. Вот я выбрала и не угадала. 147 рублей. А у Ксюши размер 20-24. Давайте с няшечки начнем. Вот так они выглядят. А, Берчелли, кстати, я такие уже брала. Носки хорошие. Размер 10-12, няшечка. Няшечка. Потому что она, в принципе, у меня без носок ходит по дому, но иногда потрогаешь ножки так прохладненькие, я и носочки нет-нет одеваю. Ну и на весну, сейчас скоро весна, я думаю, весной мы уже на улице будем ходить гулять пешком. Вот такие няшечки, смотрите, какая прелесть, желтенькие, сиреневенькие, зайки, наверное, да, и мишки голубые, просто прелесть, милота. Ксюшины носочки на танцы, на физкультуру ей беленькие, серенькие такие же. И черненькие. У них на танцы в основном просят черные. Вот такие три пары носочков. И белый, и черный бликуют. Не могу вам нормально передать качество. Вот такие вот носочки. Вот. Отличненько. Взяла себе белье. Широкий выбор белья, девчонки. Здесь у меня бюстгальтер и трусы. Трусы 54, 372 рубля. Бюстгальтер Unfan называется. Размер у меня 90C. 523 рубля. Отличная тоже цена. Давайте смотреть. Так, сначала начнем давайте с трусов. Трусы черные, бюстгальтер белый. Трусики обычные. Вот, 54 размер. Штрих-кодик даже. Трусики просто обычные черные. Спереди кружево. Вот такие. Хлопковые. Сделаны очень красиво. Здесь у нас есть кружево по бокам. Видно вам, да? И спереди кружево. Замечательно. Легенькие, невесомые такие будут на теле. Очень приятная ткань. Вот так выглядит. И цена тоже очень приятная. Дальше бюстгальтер. Вот так он выглядит в упаковочке. 90C у нас тут с вами. Открываем. Беленький решила взять. И это у нас с вами вот Unfan. Смотрите, какая интересная этикеточка. То есть тут буковки должны совпасть. Unfan, да? Так. И вот сам бюстгальтер. Здесь совсем тоненький поролон и кружево. Очень, кстати, симпатично. И прям не могу сказать, что хуже Флораш. Здесь тоже такая штучка интересная.
сделана на бантике, как капелька такая, да, красивая. Достаточно широкие лямочки у нас с вами. Так, ну и здесь обычные лямочки, на которых выбит бренд. Вот, да, видите, выбит бренд. Красиво, слушайте, очень красиво. По размерчику 90C. Ой, вообще шикарно, даже запас. Когда я беру флоранж 90C, гораздо уже, да? Что мне после шапок все теперь электризуется. Здесь нет, здесь прям запас хороший. И чашечка очень хорошенькая, прям замечательная вообще. И очень красивая. И запас в объеме. Смотрите, какой запас в объеме. То есть оно будет невесомым, оно будет вот прям хорошо. И тянется здорово. Поэтому класс. Вот тут прям, мне кажется, я с размером угадала на 100%. Флоранж, оно меньше, чем это белье, когда берешь 90C, да? Дальше футболка моя, тоже с принтом, женская, белая, дизайнерские. Это называется так, принт дизайнерский, 269. Размер тоже 56, 364 рубля 80 копеек она стоит. Так же, как и мужская. Сейчас с вами откроем, посмотрим. Мне очень понравился принт. Я прям буду рассекать такой весной. Вот этикеточка. Как стирать, как что. Размер 56. Так, 40 градусов. И, по-моему, ручная стирка. Если я не ошибаюсь, это у нас хлопок с вами. Очень приятный, кстати, и нежный. И вот такая расцветка. Класс? Мне прям очень понравилось. Я захотела именно такую. Я не знаю, здесь по бокам и внизу как будто черепа. И такая дама, у которой в очках тоже черепа отображаются. А так, девчонки, там на любой вкус и цвет. Вот как обработана горловина. Вырез, как я люблю, не под горло, потому что многие сейчас делают, особенно в ванновском трикотаже, вырез под горло. Я не люблю, мне так не идет. Мне нужен либо треугольный вырез, либо чтобы он был достаточно свободный. Мне не нравится так. Так, сейчас все с вами померяем, когда досмотрим, обязательно посмотрим, как будет сидеть футболочка. Вот так выглядит футболочка. Длина ее, ну, до середины попы где-то. Классная, принт обалденный, все супер, вырез классный, рукавчик такой, который скрывает как бы недостатки, то есть все нормально. Мне очень нравится, здорово. Я прям в такой футболке, в спортивных каких-нибудь тричках или даже под джинсики буду щеголять. Да такую футболочку можно даже с юбкой одеть, смотря с какой, ну как бы я имею в виду летний вариант, да. Мне очень нравится прям, вообще я в восторге. Она такая мягкая, приятная, тактильная вообще. И бюстгальтер я, кстати, померила, вот он сейчас на мне, собственно говоря. Вот прям мой размер попадания один в один. Вот я прям супер довольна. Он, я его не чувствую на теле. Он классный, он невесомый, он очень мягкий. Он потрясающий просто. Вот супер-супер, нет слов. У меня такого восторга, я говорю, не было от флоранж. Да? Хотя там на порядок дороже они стоят. На порядок это мягко сказано. Поэтому вот такая красота. Одну шапочку взяла Крестюш. Интерлок Happy Day. 38 размер. Опять наугад брала, девчонки. Тоже Eve Baby розовый. 120 рублей. Вот так она выглядит. Ну, вот это, да, вот это вот Крестюшкин размер на весну. Тоненькая шапочка. Вот так она выглядит. И сзади розовая. Happy your day. Твой счастливый день. Вот это, да, вот это Крестюшин размер. Ей под какие-нибудь бодики весной щеголять будет очень миленько, здорово. Класс. Сейчас тоже примерим. Для Ксюши взяла набор интерлок Белли. Ой, не то, читаю вам. Комплект кружевного детского белья в размере 140, 268 рублей. Тоже по дому таскать. Я уже вам говорила миллион раз, что у нас дома тепло. И как бы, ну и спать. Вот такой вот набор. Здесь маечка и трусики. Это у нас с вами Марьяша. Марьяша такой вот бренд, да? Рост 140. Вот так выглядит маечка. Кружевная, очень симпатичная, очень мягенькая. Спереди бантик. И вот так выглядят трусики. Такие достаточно большие, я бы прям сказала. Ну вот домашняя, комфортная, удобная одежда. И очень красивая, девчонки. Прям вот мне безумно нравится. Я бы себе такой комплект хотела. Правда, очень красиво. Это для Ксюшки. Кстати, огромный выбор масок. А это до сих пор, к сожалению, в нашей жизни актуально. Поэтому я взяла себе маску с принтом. Мне очень захотелось. 134 рубля. Да, маска не бюджетная, но она прикольная. Сейчас откроем с вами посмотрим. Я их редко одеваю. В магазинах у нас уже особенно не заставляют, как бы. Но в некоторых все-таки просят на почте. Вот так она выглядит в сложенном состоянии. Она многослойная. Кстати, она приятная, трикотажная. Я люблю именно такие маски. Я другие не ношу. Одноразовые я не ношу. У меня потом уши отваливаются просто от этих вот
жутких веревок, не веревок. Вот так она выглядит в расправленном виде. Знаете, что здесь написано? Меня не короновать. Класс. Мне прям сразу захотелось именно с таким принтом. Вот эти маски очень удобные. Они не давят на уши, они комфортные. Ну, девчонки, огонь. Есть с разными надписями. Мне кажется, когда так, если идти по улице, все будут пытаться прочитать, что у меня там написано. Большая, как бы все отлично. Продолжим снимать видео так. Ну, классная маска, мне очень понравилась. Буду с удовольствием таскать, как я не люблю их носить, но вот эту буду таскать с удовольствием. Девчонки, я взяла тканевые маски. Тканевые маски в таблетках. Белые и черные. По 10 штучек. Сейчас распечатаю, скажу, сколько стоит. Потому что много лежит сывороток различных. Просто их много лежит. И надо делать масочки. Я давно не видела нигде в продаже вот такие вот таблеточки, да, которые как бы мы наливаем сыворотку в какую-нибудь миску, опускаем туда эту таблеточку, она напитывается, расправляется, и мы на лицо одеваем тканевую маску. В следующих логах обязательно вам тоже покажу, как мы их будем делать. Так, набор косметических масок 96 рублей 10 штук. То есть 20 штук, соответственно, почти 200 рублей. Вообще копейки, с учетом того, что всегда дома много всяких косметических продуктов, которых и срок годности уже подходит, и так далее, и вообще... просто много. Вот это как раз тот вариант. Смотрите, как они выглядят. Queen Fire. Черненькие и беленькие. Набор масок для лица. Очень прикольненькая задумка. Хочется прям посмотреть. Потому что раньше, я помню, они были в экспрессе, еще где-то были. А сейчас их нет нигде. Вот так они выглядят, они такие мягенькие. Тут буковка, смотрите, S, да, получается, выбита. Как раз. Для меня прям. Вот. Будем делать, во влогах покажу. Дальше, девчонки, у нас с вами будут продукты, которые, собственно говоря, будут и участвовать в розыгрыше, да? Заказал специально для вас вот такой вот красивейший набор. Просто потрясающий, правда? Смотрится обалденно. И такая классная корзиночка. Супер. Что у нас в этом наборе? У нас с вами в этом наборе полотенчик, мочалочка и щеточка. Мини-щеточка, вот такая вот деревянная, да, видите, щетинка. Я не буду, конечно, открывать. С Новым годом, новогодний, как бы, но тем не менее. Так, и этот набор у нас с вами стоит, Happy New Year, 465 рублей. Очень красивый, очень классный. Так, дальше, что у нас с вами еще будет участвовать в розыгрыше? Вот такой набор. Здесь три предмета. И у нас тут прихватка 20 на 20, рукавичка 30 на 17 и вафельное полотенце. Все в одной цветовой гамме. Очень красиво, очень достойненько. Вот полотенчик торчит тоже такого же цвета. Цвет лаванды у нас с вами, цвет эмоций называется набор. И набор у нас с вами стоит... Так, попробуй найди. Вот, 288 рублей. Вот такая вот прелесть, девчонки. Здорово. Еще один продукт, который будет участвовать в розыгрыше, это мыло с семенами чиа. Вот такой вот подарочный красивый формат. Я его не буду, девчонки, открывать тоже, потому что, ну, не хочу. Это же на подарок. Я сейчас посмотрю, только запаковано оно у нас, не запаковано. Но если не запаковано, то не буду. А, оно запаковано там, девчонки, поэтому чуть-чуть с вами залезли. Оно там еще в какую-то бумажку, видите, обернуто. Запах приятный очень. Много таких мыл, скажем так, да, на сайте. Серия «Море лечит». Черноморская косметика. Да, мыло с семенами чиа. Вот такая вот прелесть у нас стоит 96 рублей. Очень интересно. Но это еще не все. В розыгрыше будут еще участвовать кое-какие продукты. И подробно об условиях дальше. Ну, а теперь поподробнее про розыгрыш. Вот такой у нас с вами будет ассортимент подарков. Вот этот набор вам показываю поближе. Видите, здесь вот такая вот щеточка для тела, мочалочка белая и полотенчик очень красивый. Так, вот у нас с вами мылица. Вот у нас с вами набор кухонный. И я положила еще мои любимые продукты. Гель для душа. Лимитка Store de Amore, сейчас весенняя, с клубничкой. Вот такой вот Dream Therapy гель-масло для душа от Faberlic тоже. Обожаю его, хочется, чтобы и вы попробовали, кто не пробовал. И моя любимая масочка Биомика, маска сливки, которую я тоже очень люблю. Так что вот такой у нас ассортимент. Теперь про условия. Условия тоже крайне просты. Участвует Россия. Опять, потому что я понятия не имею, как мне за границу отправлять посылки. Девчонки мои любимые, дорогие, из Беларуси, из Украины, из других стран. Если у вас есть какие-то идеи по этому поводу, пишите, какой нам розыгрыш сделать, потому что я вас тоже очень люблю и не хочется вас ни в коем случае обижать. У меня только одна идея в голове – денежный перевод для победителя, да, ну, в будущем.
Больше даже не знаю, вот как за границу отправлять посылки или так далее. Мне кажется, сумма отправки посылки выйдет гораздо дороже, чем ее содержимое, да? Вот, поэтому пока участвует только Россия. В комментариях под видео нужно написать слово «участвую», но, знаете, может быть, в тексте. Не просто одно слово «участвую», потому что мы с вами уже столкнулись с тем, что YouTube, он комментарии со ссылками, и не только ссылками, а просто комментарии, и даже если там одно слово, он почему-то удаляет. Вот причем много комментариев вообще абсолютно безобидных. Я захожу в творческую студию YouTube, захожу в комментарии, смотрю, вижу, что комментарий есть, вижу его начало, нажимаю на него, комментарий больше недоступен. YouTube решил его удалить. Хотя я начало комментария вижу, я вижу, что он абсолютно нормальный, но прочитать и ответить на него я уже не могу, YouTube его удалил, да? Поэтому вот так. Мы делаем с вами репост этого видео в любую социальную сеть, можно в сторис, в Instagram, но ссылку на репост не прикрепляем. Потом будем проверять другим способом, да? Ссылку на репост не прикрепляем, просто пишем в комментариях, участвую или там приветик, я участвую. Вот что-нибудь в таком роде, потому что одно слово участвую, тоже последний раз мы с вами розыгрыш делали, тоже может удалять YouTube. Вот такой он привередливо настал. А я потом рандомно дней через 10 выберу победителя и отправлю вот этот вот подарочек, да? Так что все, вот такие вот условия, друзья мои. Надеюсь, что видео было вам интересно. Я желаю всем удачи, желаю всем победы. К сожалению, это невозможно, но пусть удача улыбнется тому, кому она действительно нужна в этот момент. Всех люблю, целую, всем пока-пока. И ссылки все полезные под видео. Да, девчонки, вы, конечно же, должны быть моим подписчиком, ну, я имею в виду YouTube-канала, да, и условия все я пропишу обязательно в закрепленном комментарии подробные, да, чтобы никто не ошибился.